Добрый день, меня зовут Лариса. Моему ребенку 2,6. С рождения наш сын развивался нормально, но после вакцинации он перестал разговаривать, перестал показывать пальчиком, смотреть в глаза, играть в игрушки с детьми. Мы обратились к специалистам. После обследования нам поставили диагноз аутизм. Мы обращались к нескольким специалистам, и все этот диагноз подтвердили. Официальная медицина считает, что аутизм неизлечим. На Ютубе я наткнулась на видео мамы Виктора, которая рассказывала, что Давид помог ее сыну избавиться от аутизма. Я связалась с Давидом, и через несколько занятий мы с мужем увидели, что сын стал меняться. В чем это выражалось? До занятий сын мог сам пойти на горшок, но после долгих наших напоминаний и все равно были аварии. Сейчас же Миша сам идет на горшок без наших напоминаний, и аварий больше нет. Еще мы заметили, что ему стало интересно что-то сделать самостоятельно. Он с радостью может почистить мандарин. Если разлил на пол воду, он ее сам вытирает. До этого научить его самостоятельности было сложно, он не хотел. Он плакал и сопротивлялся. Сейчас же он это делает с радостью, ему интересно. Обратили также внимание, что взгляд у него стал более осмысленным. Он стал нас лучше слушать. Уже достаточно одного-двух раз напоминаний, и он идет делать то, что мы просим. На улице он стал обращать внимание на животных. Он их стал замечать. Раньше он просто их не видел. Эти улучшения нас очень радуют с мужем. Мы очень благодарны Давиду. Если честно, я даже не ожидала, что улучшения будут так быстро. Еще хочется сказать, что Давид помог и мне. У меня с детства логоневроз. Иногда говорить очень сложно. Но после занятий с Давидом говорить стало легче, запинок стало меньше. Давид не один специалист, к которому я обращалась. В детстве меня водили к специалистам, потом я уже сама обращалась. Не мог мне в этом помочь, а вы смогли. Спасибо вам огромное. Я еще буду снимать эти видео, чтобы держать вас всех в курсе. Я думаю, что улучшение у нас еще будет, я в этом уверена. Спасибо большое. Всем всего доброго.